Всем привет! Я приехал в район Махмутлар, нашел очень хороший вариант 4+1 240 квадратных метров по очень хорошей цене, дорогие зрители, для большой семьи. С видом на море, на горы, сами увидите. Быстренько отсниму инфраструктуру, потом поднимусь на 10 этаж этого проекта. Значит, здесь вот такая инфраструктура. Вот такая здесь баскетбольная площадка, также можно поиграть мини-футбол. Здесь ухоженный просторный сад. Пройдемтесь дальше. В этой стороне у нас открытый бассейн с аквапарком. Вот такой открытый бассейн. Шезлонги, зонтики все стоят. В той стороне у нас детская игровая площадка. Вот такой интересный проект у нас. Состоит из одного блока. Но в здании три блока, как бы. Внутри три входа. Сделали целиком одно здание. В той стороне у нас также зона барбекю. Вот в этой стороне у нас сад продолжается в ту сторону. Пройдемтесь мы в коридор. Вот такой коридор тут. Квартира находится на 10 этаже. Сперва покажу я вход с улицы. Вот такой тут также сад у этого проекта. В той стороне у нас как бы крытое место для мотоциклов и велосипедов. Вот, дорогие зрители. Присутствует генератор. Вот генератор. Подождите-ка. 7-1 виноград. Пройдемтесь дальше. Присутствует один лифт. Айдат тут 205 лир. Вместимость 5 человек. Прибыли мы на 10 этаж, дорогие зрители. Вот такая здесь лестничная площадка. Проект был сдан 16 лет тому назад. Вот такая тут прихожая. Вот такая прихожая. Пройдемтесь мы в спальню. Здесь у нас первый санузел с ванной первого этажа. С правой стороны у меня там спальня вот такая. Тут старая мебель, нужно все обновить, как бы закупиться и переехать жить. Вот такая здесь просторная хозяйская спальня. Вот, дорогие зрители, в той стороне у нас санузел. Вот такой санузел с душевой кабинкой. И также выход на балкон. С видом на море. Вот видите, шумоизоляцию хочу показать. Вот. С видом на горы, на соседнее здание. Вот такой вид. Тут, дорогие зрители, муниципалитет Алании установит длинный парк. И здесь будет присутствовать парк. Также парк есть тут. Вот такой вид. Пройдемтесь дальше. Здесь у нас гостиная. Такая просторная гостиная с
отделенной кухней. Сейчас покажу. Вот наша кухня отделена от гостиной комнаты. Вот такая гостиная. Вот такая кухня, дорогие зрители. Бытовая техника Altus, Arçelik. Вот Arçelik, духовка, плита Arçelik, вытяжка Arçelik, стиральная машинка Arçelik и посудомойка. Есть окошко, чтобы проветривать кухню. Также там вид на море, кусочек есть на вот. Или выйдем на балкон. Два балкона на первом этаже. Вот такой просторный балкон. С потрясающим видом именно вот на море. Здесь вид уже не закроется, так как там уже начинается Карпачак. Вот наш бассейн. Детская игровая площадка. Парк. Очень хороший вариант для большой семьи. Цена очень хорошая, которую я скажу в конце ролика. Поднимемся мы на второй этаж. Лестница у нас мраморная. Такая вот прихожая второго этажа. Вот у нас санузел с ванной. Так. Просторная. Здесь посмотрим. Здесь у нас дополнительная комната, как бы гостевая, просторная тоже, с выходом на террасу. Вот такая первая просторная терраса. Вот она начинается с этой стороны. Сосед, видите, закрыл. Можно также закрыть, застеклить этот балкон. Эту террасу. Вот такая просторная терраса. Потрясающий вид на море есть. Вот там также вид на горы. Так вот, да. Пройдемте дальше. Здесь у нас тоже как бы гостевая комната, дополнительная для отдыха. И вот такая терраса огромная. Пройдем с видом на горы, дорогие зрители. Вот такой вид. Вот наша терраса. Дорогие зрители, хочу подвести итог о этом проекте. Проект 16 лет. Находится квартира на 10 этаже, 10-11 этаж. Из инфраструктуры вы увидели все, что присутствует здесь. Айда 205 лир. 240 квадратных метров эта квартира. Цена этой квартиры 115 тысяч евро, дорогие зрители. Вам нужно просто обставить, обойдется вам как минимум 5 тысяч, 8 тысяч евро. Легкий ремонт требуется, 500 евро обойдется вам ремонт. С вами был Агаси из Солнечной Алании. Всем пока-пока.